Пшец. Курва, а? Курва Пшец, да? Курва Пшец, да. Серйозними травмами водителя забрали? Та треба через мене впливають, подозріють. А на алкоголі вже якісь, ну, були предпосилки, ні? Ну, це не знаю, це не знаю. Це поки вже потім, ну, врача, да, вроді? Ну, знаєш, це діагно, подовжую. Ну, сознання забирали? Що говорив? Не побачив? Так, а наш или все-таки поляк? Ні, наш, на польському. Ні, ну я вот просто уточняю, мало ли, може поляки в гості можуть пожалувати. А у них там, може, правила другі, може, знаки там по-другому как-то. Пріоритетність. Шо? Мотоцикл забирать или ехать? Забирать надо? Мотоцикл. А где? Там на бережной, блядь. Ёбаная масса, блядь. Расскажите, да, как случилось? Вы, я так понимаю, с микроавтобуса, да, водитель? Да, 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 да. Ехал прямо, не вписав, в левом ряду, и тут прямо передо мной, налево. То есть, грубо говоря, от площади Шевченко в сторону КП Гастомельского, да? Да, 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 да. И пересекая перекресток, ну, обгонял движущий с правее от меня автомобиль. И он прямо перед носом у меня решил повернуть налево. А, то есть он ехал справа от вас, ряда, да, налево. В том же направлении? В том же направлении, ага, да. Ага, и ни с того ни с сего решил повернуть налево? Ну да. Просто я, честно говоря, подумал, что он с второстепенки выехал. Не-не-не. Ага. Он решил повернуть налево и не повернул. Нормально, нормально, конечно. А это состояние водителя, ну, тяжело, не тяжело забрали? Не-не, нормально, он был больше уставший. Ну а предпосылки на то, что может быть там в алкогольном опьянении? Скорее всего, наркоман, но не алкоголик, да? Я понял. Ну мы, в принципе, не врачи утверждать не можем, там уже как бы анализы покажут, да, что да, такое да. Дело. Но какое-то минимальное подозрение, что человек трошки не в адекватном состоянии. Да, он был неадекватный. Я понял. Ну да, честно говоря, что-то в последнее время поляки латыши у нас отличают. Ну я имею в виду на их машинах. То есть наши люди, но... Я понял, спасибо большое, держитесь, крепитесь. Застрахована машина, да? Да, наша, да, его ничего нету. А, ничего нету? Ну это, конечно, печально. Тут документы есть. Я понял, спасибо большое.